Эта парковка на Войтовиче 2 и стала камнем преткновения. Ее облюбовали жители соседней новостройки. Ставят машины утром, днем, вечером и ночью, а иногда здесь гоняют на запредельных скоростях. Пожаловались жители через своего депутата. Это создает большие проблемы, поскольку выход из подъезда прямо на проезжую часть, и эта проезжая часть никак не обозначена, и проезжают с разными скоростями, и разное внимание водителей. Решений проблемы несколько, например, поставить шлагбаумы, ограничить въезд или расширить зону парковки. Все варианты предложат жителям, они выберут самый лучший для себя. Здесь колодцы шумные, идут конфликты, и безопасность, конечно. Согласия нет и в южной части Реутова. Не дружат жители 38-го и 42-го домов по Юбилейному проспекту. В их отношениях разлад произошел из-за сквозного проезда между домами. Дорога внутри двора превратилась в магистраль. На это жители тоже пожаловались в инстаграм главы города. Спустя несколько дней ответ получен. При проектировании домов Юбилейный, 40, Юбилейный, 42, были допущены некоторые неточности. Сейчас будем продлевать дорогу, которая идет мимо Юбилейного 40, чтобы устранить сквозной проезд около Юбилейного 38. А на Юбилейном 40 часть жалоб уже устранены. Например, отремонтировали освещение. Там была ошибка монтажа. Чтобы во всех квартирах дома была горячая вода, установили балансировочные краны. Сейчас будут разбираться с лужей. С управляющей компанией встретились здесь на месте и в течение месяца поставили задачу устранить данную недоделку. Значит, должны сделать дренажный колодец и увести эту воду в дренаж. А вот на Южной 19 проблема совсем другая – забор. Его поставили по просьбам жителей, дом изолировали. Теперь воспользоваться парковкой могут лишь те, кто здесь живет, а не приезжие из других городов, которые бросали свои машины и ехали на метро. Закрыли и сквозной проход через двор до станции. Получили недовольство. Жители не готовы преодолевать лишние 50 метров. Вот они должны ходить и дальше реутовчане будут только по тротуару. Забор отсюда не уберут. С собственниками квартир на Южной 19 проведут собрание, чтобы отгороженная территория и ее обслуживание перешли в их ведение. Ксения Казакова, Александр Попов для РТВ.